Благослови, душе моя, Господа, благословенеси, Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается отрывок Евангелия от Иоанна, глава 1, стихи с 18 по 28. Давайте послушаем этот отрывок на церковно-славянском языке. «Бога никто же видя нигде же, Единородный Сын сый в лоне Отче той исповеда, и сие есть свидетельство Иоаннова, егда послаше жидови от Иерусалима иереи и левиты, да вопросят его, ты кто еси? И исповеда, и не отвержися, и исповеда, яко несть мас Христос. И вопросише его, что уба или я ли еси ты, и глагола несим? Пророк ли еси и отвеща ни? Реши же ему, кто еси, да ответ дамы пославши мны, что глаголише о тебе самом? Рече, аз глас вопиющего в пустыне, исправите путь Господень, яко же рече Исаия пророк, и послани беху от фарисей, и вопросише его, и реши ему, что уба крещаеши, аще ты неси Христос, ни Илия, ни пророк? Отвеща им Иоанн глаголя, аз крещая водою, посреди же вас стоит Его живы невесте, то есть гряды по мне, и же предо мною бысь, ему же неси аз достоин, да отрешу ремень сапогу Его. Сия Вифаваре быша обон пол Иордана, иде же бе Иоанн крестя. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его, кто ты, Он объявил и не отрекся и объявил, что Я не Христос. И спросили Его, что же, ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк? И он сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о торжественном свидетельстве Иоанна Крестителя – о грядущем Мессии Иисусе Христе. Делегация иудеев, присланная из Иерусалима для того, чтобы расспросить Иоанна Крестителя, состояла из священников и левитов. Интерес их был совершенно естественным, потому что Иоанн был сыном священника Захарии. В иудаизме существовало только одно право на священство – происхождение человека. Тот, кто не был потомком Аарона, не мог сделаться священником. И напротив – потомку Аарона ничто не могло помешать стать священником. А потому в глазах властей Иоанн Креститель фактически был священнослужителем. Но он не отвечал обычным представлениям о священнике и о проповеднике.
а потому религиозные власти смотрели на него с подозрением. По их представлениям, крестить мог только Мессия, а потому они спросили Иоанна: «Кто ты?» Иоанн же понял предложенный ему вопрос именно в том смысле, что вопрошавшие ничего бы не имели против того, если бы он признал себя Христом. Поэтому-то он с особенной силой отрицается от достоинства Мессии. Он объявил и не отрекся, и объявил, что «я не Христос». Блаженный Феофилакт пишет: «Иудеи послали к Иоанну людей, по их мнению, лучших, именно священников и левитов, и притом иерусалимлян, с тем, чтобы они, как умнейшие других, ласкою убедили Иоанна объявить самого себя за Христа. Не спрашивают прямо, Христос ли ты, но кто ты? Он, видя их лукавство, не говорит, кто он, а объявляет, что «я не Христос», имея в виду цель их и всячески привлекая их к вере, что Христос есть иной, тот, кого они считают бедным сыном бедного отца-плотника, происходящим из бедного отечества Назарета, от которого они не ожидали ничего доброго». Второй вопрос был задан Иоанну ввиду того, что перед пришествием Мессии иудеи ожидали Илью, который должен был прийти согласно пророчеству Малахии. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». И так как Иоанн по своей пламенной ревности о Боге напоминал собой Илью, иудеи спросили крестителя: «Что же, ты Илья?» Он сказал: «Нет». Точно так же Иоанн ответил и на третий вопрос о том, не пророк ли он. Иудеи предложили ему этот вопрос, потому что ожидали, что перед пришествием Мессии вернутся Исаия и, в особенности, Иеремия. Это ожидание проистекало из обещания, данного Моисеем своему народу: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Но и на этот вопрос Иоанн Креститель ответил отрицательно. На вопрос о том, кто же он тогда, Иоанн отвечает: «Я – глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Поскольку в древности не было мостовых, а лишь обычные грунтовые дороги, древневосточные правители во время своих путешествий отправляли вперед себя целые толпы гонцов, в обязанности которых входила расчистка и подготовка пути, то есть приведение его в порядок. Этими словами Иоанн хотел сказать, что он лишь тот пустынный голос, который должен призвать людей приготовить путь идущему Господу. Тогда фарисеи, которые были среди посланных, спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» В ответ Иоанн лишь подчеркивает, что его крещение водой, как и все его служение, только подготовительное. Все его величие – лишь отражение величия того, чей приход он возвещал. Александр Павлович Лопухин поясняет: Иоанн отвечает фарисеям, что его крещение не имеет того значения, которое должно было иметь крещение, которое, по представлению фарисеев, будет совершать Мессия или кто-либо из пророков. Он, Иоанн, крестит только в воде, очевидно, противополагая в мысли своему крещению то крещение Духом Святым, которое будет совершать Мессия. «Нет, как бы говорит Иоанн, не на меня вы должны устремить все свое внимание, а на того, кто уже находится среди вас, неведомо для вас, то есть, конечно, на Мессию, которого вы ждете». Иоанн Креститель считал себя лишь перстом, указующим на Спасителя, и явился предтечей, приготовившим Господу путь. Мы же, дорогие братья и сестры, приготовляем Спасителю путь к нашим сердцам, если живем благодатной жизнью в соответствии с евангельскими заповедями. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, душе моя, Господа, благо.
Господь.